На минувших выходных в Кандапошском районе рев здоровенных джипов то и дело перекрывали восторженные возгласы любителей экстрима. Восьмой по счету автомотофестиваль «Гирвас» стал самым массовым за всю свою историю. 1500 зрителей, 150 пилотов и штурманов и 40 внедорожников. Соревнования начались с песчаного спринта, продолжились лесным ориентированием, а кульминацией стал каменный триал – самый сложный этап соревнований. На квадроциклах и джипах спортсмены покоряли карельские скалы. Впрочем, препятствия преодолевали не только гонщики, но и зрители. Чтобы увидеть самые интересные моменты соревнований, приходилось много бегать по камням. Особенно вот в таких вот ботинках, которые не предназначены более для городского стиля. Вот, так что да, приходится как-то немножко себя... Напоминает спортивное ориентирование. Очень здорово. Как рассказали гонщики, самый коварный участок трассы, водоем, можно было преодолеть, только надеясь на удачу и с помощью такой-то матери. Мотор надо лодочный сзади ставить. Минуты три она плывет, дальше тонуть начинает. Действительно, выплыть удалось не всем, поэтому сказать, что при съемках нашего сюжета ни один джип не пострадал, увы, не получится. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».